Борьба. Джейсон Баттон догнал Виталия Петрова. Да. Он понимает, ну обоих будет доступно ДРС. Но его Баттон явно ближе, чем Петров к твоему противнику. Ты что, это видео потом на YouTube выложишь? Ну если ты будешь молчать, то точно выложу. И вот, бок о бок, чуть Баттон чуть притормаживает, но Петров на лучшей траектории внутри. Смотрите, Кабаяши внутрь полез даже. Вот по внешней сразу же пробует Баттон пройти. Не проходит. И немного расширяется. И по внешней опять. Да, по внешней траектории.